Mr. Yeah, we got a full bus today. Our first stop will be a rest stop about halfway to the canyon, and they have nice bathrooms there, and that's where I'm going to hand out your lunches. Now, you don't have to eat your lunch right away. Some people do eat it because they didn't have a good breakfast, but you can have... Так, я сейчас в автобусе, как вы могли догадаться. Я еду на экскурсию в Гранд Каньон, Великий Каньон, который находится относительно недалеко от Лас-Вегаса. И сейчас примерно 8 часов утра, и за это утро приключилась такая история, что мне трудно поверить, и я думал, что я уже на этот тур не попаду. Вот, можете посмотреть автобус, в котором мы едем. Есть мониторы вверху, там сейчас что-то рассказывают про Великий Каньон и остальные достопримечательности, которые будем проезжать. В общем, рассказываю историю, которая приключилась. Потому что я думал, что уже все, потерял ей деньги и все остальное. В общем, вчера, когда я гулял по Лас-Вегасу, по стрипу, я наткнулся на один киоск, который предлагал туры автобусные в Великий Каньон. Вот, я решил купить. И я разговаривал с продавцом, там был такой мужичок солидный. Ну вот, и значит, я в него подхожу, спрашиваю, там, какие условия, там, все, 5-10, как там, как купить, сколько стоит, что потом. Вот, он говорит, у него там буклеты лежат, там цена стоит, он говорит, я сейчас продаю это за столько, и сразу перечеркивает цену и пишет меньше. Там, $165 стоит этот тур, в который я еду, там, в Великом Каньоне мы будем смотреть две местности, западную часть и южную. Вот. И он там рассказывает, там, вот это будет вот так, вот так, вот так вот. Я говорю, ну окей, да, я хочу, потому что у меня нет машины, пока что еще нет прав, и я в Лас-Вегас приехал именно для того, чтобы увидеть каньоны. Я думаю, ну вот он шанс, последний полный день в Лас-Вегасе, и как раз вся экскурсия там занимает с самого утра до вечера. Это автобусная поездка. Где-то туда ехать 5 часов, обратно 5 часов, ну и там не знаю, сколько мы будем, часа 2, наверное, может 3. Вот, он говорит, слушайте, можно заплатить сейчас часть, а вторую часть, когда уже там будете, ну, завтра выезжать. Я говорю, я хочу сейчас заплатить наличкой всю, $165. Он говорит, окей, без проблем, там пишет на каком-то бланке свои данные от руки, без всяких чеков, без ничего. Вообще пишет там, да, мои имя, фамилию, там, где нужно, в какое время автобус подбирает людей, по какому адресу. Я ему даю $165, он говорит, ну, все, завтра в 5 часов 45 утра возле твоего отеля, там такой-то адрес, жди автобус. Я говорю, ну окей. Ну я вкратце так передаю разговор, там, конечно, это все линия происходило. Вот. Сегодня утром я просыпаюсь, все подготовился. Все вещи, там, еду и так далее. 5 на тот адрес, автобуса нет. Я жду его час, автобуса нет. Я думал, ну все, обманули. Обманули туристы в Америке. Вот. Я в расстроенных чувствах, $165. Не знаю, что делать. Уже всех поспрашивал, тот адрес или не тот. Все говорят, да, вот ты находишься на правильном месте. Прохожие, которые там в эту рань были еще. Вот. Сегодня, кстати, Рождество католическое, 25 декабря. И я вообще возвращаюсь в свой отель на ресепшн. А там какая-то девушка стояла, ну, оформляла чекин или чекаут. И я сажусь на диванчик, ее жду. И девушка говорит, о, привет, типа, ты откуда? Я такой, из Украины, а что? Говорит, а что такое, ну как бы, у тебя что случилось? Я говорю, да вот, как бы, сегодня должен был ехать в тур в Гранд Каньон, а автобуса нет. Он говорит, как нет? Он говорит, ты уверен? Я протягиваю эту бумажку, а я звоню, там ну, неправильный номер. Вот, она звонит со своего мобильного, там когда девушка отвечает оператор, она переговаривается. Вот, не знаю, сейчас видно меня или нет, мы в туннель заехали. Ну вот, и она ее спрашивает, там, что за фигня, где автобус. А то и отвечает оператор, что типа автобус ждет на в офисе, который находится на другом конце Лас-Вегаса. Вот, но он бы еще не уехал, как бы там еще собирают народ. Вот. И эта девушка заканчивает разговор и говорит, слушай, я на машине, поехали, типа, я тебя отвезу. Только быстрее, потому что ну, нужно торопиться. Сейчас в Лас-Вегасе, в Гранд Каньоне. Это грек, и она. И
сели в машину, поехали. Поехали, 10 мы где-то добирались. Давайте в противоположную сторону Лас-Вегаса, приехали. Я смотрю, а там реально какой-то офис и толпа туристов. Я такой думал, ну слава богу. Автобус точно не уехал, а столько народу. Приезжаем, она говорит, Сеня, не волнуйся, все будет отлично вообще. Подбадрила меня всю дорогу. Такая девчонка потрясающая. Ей на вид, не знаю, может быть лет 25. Она была за рулем. И она постоянно спрашивала, там, подбадрила. Говорит, вообще не волнуйся, все будет нормально, все окей. И попросил меня в Фейсбуке, ты есть на Фейсбуке? Ну да, есть. Говорит, давай обменяемся Фейсбуком, будем продолжать общение, все такое. Вот. И мы, значит, приехали, я говорю, я тебе жду, чтобы убедиться, что все в порядке. Ты как бы, ну, зарегистрируешься на этот тур. Я пошел, встал в очередь, да. Ну, очередь тебе показывала фотографии, какая она огромная. Короче, регистрируйся, там еще одна проблема. Регистрируйся, показываю метафланг, они говорят, а у нас в системе написано, что вы заплатили только половину. Вы должны заплатить еще половину. Я говорю, ребят, подождите, я вчера дал наличку, 100% суммы. Давайте разбираться. Он идет там к женщине, которая одновременно аккаунт-менеджер. Она говорит, у нас в системе только половина суммы написано. И вот, я говорю, слушайте, ребят, ну я вчера заплатил, давайте там связывайтесь, решайте как-то, выясняйте этот вопрос. Она вызывает какого-то другого старшего менеджера, та смотрит на мою бумажку, звонят тому чуваку, тот чувак, оказывается, был брокером. То есть на стрипе сидят брокеры, которые продают вот эти вот туры там в каньон, в Гранд Каньон и другие. Вот. И она такая говорит, сейчас я проверю. Звонит там кому-то, проверяет, потом говорит, ну да, да, видимо, он просто не занес наличку и не отметился, что оплачено 100%, ну, типа, это не ваша вина, да, то есть у вас все оплачено, все нормально, можете ехать. Я такой, блин, ребята, ну вы даете, конечно, с Рождеством вас, но за 2 часа утра уже столько всяких накладок произошло, что просто чуть инфаркт не получил. Вот, они говорят, все, там идите, получайте регистрацию, регистрация такая бумажечка, желтого цвета, там где написан номер автобуса. Вот. И я пошел там с этим парнем, который на ресепшене раздавал эти бумажки. Он мне ее выдал, все нормально. Вот, а эти ребята, это девушка Лиз и геолог, они все время от меня ждали. Вот, они подождали, что я получу регистрацию на автобус. Проводили меня на автобус, мы еще разговорились. Я говорю, ребят, слушайте, ну вы для меня просто как ангел. Вы нереальные люди. Помогли незнакомому человеку, и вы такие мегапозитивные. Она, короче, вообще такая девчонка. Я когда стоял вот в этой очереди на регистрацию, она разговорилась с пацаном, который раздавал бесплатно воду и снеки. Получается, в эту цену, что мы вот заплатили, я заплатил за тур, будет вода и там всякие шоколадки. Она у него попросила в Facebook, узнала, как его зовут. Короче, она со всеми знакомится. And we're crossing into Arizona, the Grand Canyon State. As many as 8,000 people will come here in one day. Las Vegas time. So that means you want to leave Guana Point about 2 o'clock, 2:05, to ride the shuttle bus back to the terminal and then walk out to the bus here. So please do not be late back to the bus. Десятиминутная остановка на туалет. И мы проехали где-то половину пути, так сказал водитель. Хотя ехали относительно мало, где-то часа полтора. Конечно, виды тут очень-очень красивые. Мне повезло с погодой, солнечный день, и пока что довольно тепло. Хотя я оделся как по зиме, потому что вчера вот этот брокер, он говорил, что будет 0 градусов. Пока что по ощущениям температура градусов 15 может быть. Вот видите, тут есть какая-то заправка. Наш автобус. Там вон стоянка траков. Ну, какой-то магазин-кафе, понятно, там кофе, какие-то пончики, может быть. Вот, ну, получается, что я сейчас первый раз нахожусь в американской глубинке. Это уже территория штата Аризона. Ну, никаких границ между штатами нет, мы просто проехали. Водитель сказал, что вот там справа от автобуса вы первый раз видите реку Колорадо. И это место, где проходит граница между штатами. Невада и Аризона.
Вот такой ландшафт мы наблюдаем пока что на протяжении всей поездки. По этой трассе мы едем сейчас по направлению к каньонам. Вот, что вам еще интересного показать? Тут есть, я так понимаю, ветряные электростанции. Вот они, знаменитые фургончики американские. Вот тут люди прям живут, по идее. Это какой-то паровозик заброшенный. Вот, и пока что мы ехали, в телевизорах показывают... Ой, вам, наверное, солнце светит. В телевизорах показывают разные истории о том, как строилась плотина Гувера, куда мы будем заезжать. Как... Кстати, водители вот это выкладывают коробки, я так понимаю, это типа наши ланчи. Потому что ланчи входят в стоимость этой поездки. И вот в этих коробках ланч. Что там будет, я не знаю, но прикольно. Вот, да, кстати, можете видеть, какой у нас водитель, точнее его спину. Это вот сбоку наш автобус. Довольно привлекательная картинка. Вот такой пустырь. Немножко попахивает навозом. Вот, и... По телевизору показывают историю, как строилась плотина Гувера, в каких ужасных условиях это все происходило. Там не было аж ни технологии, ни, ну, как бы там, квалифицированной рабочей силы, опыта у строителей, которые это все делали. А что человек, который это все затеял по имени Гувер, он был кандидатом в президенты США, но проиграл Рузвельту. И вот, когда ему удалось построить эту плотину, там прям это сооружение вошло в историю, потому что грандиозное было строительство. Конечно, когда смотришь такой фильм промоушен документальный, то это создает еще больше, придает еще большую значимость тому объекту, на который приезжаешь. Это крутая идея на самом деле. Это лучше, чем когда экскурсовод что-то рассказывает, потому что ну, человек все равно не может рассказать так, как в профессиональном документальном фильме, где готовый сценарий. А и вот сейчас начали рассказывать... Блин, здесь такой шум сильный. А сейчас начали рассказывать про вот этот Skywalk. Это такая подкова, которая находится над каньоном, тоже довольно знаменитое сооружение. Оно имеет стеклянный прозрачный пол. Я когда-то по National Geographic смотрел, как его строили. Передачи великие сооружения. Ну, вон, я так понимаю, весь наш автобус вон там. Вот. Так вот пока что проходит наша поездка, все хорошо. Если вы спросите об американских дорогах, я их просто не почувствовал. То есть они настолько хороши, что ты едешь и о них даже не думаешь. Вот так. Ну, вот они, гигантские американские просторы. Просто бескрайняя, ну если в Украине можно было сказать бескрайняя степь, тут бескрайние какие-то холмы. Но у них тоже такая своеобразная форма американская. На наши холмы не похожи. Ну и небо, конечно. Восход был сегодня потрясающий. Небо сегодня красивое. Почти без облачков. Пальмы. Вначале, когда выехали из Лас-Вегаса, еще были пальмы, и уже начались холмы. Необычное сочетание. Вот. Ну все, я буду останавливать съемку, и уже дальше буду снимать по ходу, когда будет следующий какой-то интересный объект. We know we're at least above 3,000 feet above sea level. Now today we're going to 5,000 feet above sea level at the canyon today. Like a Hollywood type.
northeastern United States or southeastern Canada, like Michigan, like Erie, like Ontario. There's also evidence of a freshwater lake that used to be on the other side of the Grand Canyon that's no longer there. And that lake was over 2,000 feet deep, much deeper and bigger than Lake Mead. Мы сейчас поднимаемся по каньону уже, по серпантинной дороге. И сейчас поднялись до высоты, где на дороге уже лежит снег. Я не знаю, видно вам или нет. Ну вот видно вот с этой стороны. Let me call the snow, Apache snow. Вот. Ever seen here. И это первый снег, который я вижу в этом году. Вот. А нам всем раздали вот такие коробочки. Это ланчи, которые входили в стоимость этой экскурсионной поездки. Я когда ее покупал, даже можно было выбрать тип мяса. Я выбрал бутерброд с мясом индейки, по-английски это тюрки. Так, и вот давайте посмотрим, что там внутри. Каждый из нас получил вот такую коробочку. Так, тут есть чипсы. Потом, это что-то типа кетчупа, я так понимаю. Это горчица. Так, вот он сам бутерброд. Там мясо индейки. Ага, вот. Сыр, зелень. Я надеюсь, его собирали чистыми руками. Так, печенька. So if you guys have any questions when you get off the bus, feel free to ask me anything you need to know. Savory sauce. А я не знаю, что такое savory. Just enjoy yourselves today. No, it's really neat to see the canyon. Печенье, бутерброд, чипсы и два соуса. Вот такой вот у нас ланч. Конечно, дорога потрясающая. Прям как я еду, такое ощущение, что я смотрю заставки рабочего стола в детстве. Вот эта вот желтая разделительная полоса, фантастические каньоны, горы. Ну это же не горы, не знаю, как назвать. Вот. Водитель рассказывал, что ну, эти все новообразования, они формировались на протяжении миллионов лет. И получается, состоят они из нескольких слоев, ну, из большого количества слоев. И каждый слой формировался в свой этап исторический. И геологи сейчас по тому или иному слою могут определить, что происходило на Земле там миллион, 100 миллионов лет назад, когда этот слой только-только формировался. А вот смотрите, еще снежок немножко в кадре будет. Упало. Доехали до территории резервации. Это уже сама территория Гранд Каньона. Сейчас мы тут ожидаем в этом помещении, пока водитель сходит за билетами, и он сюда вернется и принесет нам билеты. Вон вид из окна. Вот, и вот это огороженная остановка. Получается, что мы сюда доехали на автобусе, и тут мы должны пересесть на шаттл, который будет возить нас между точками обзора. И я так понимаю, что мы едем без водителя, мы должны сами будем организовываться на месте и потом вернуться до определенного времени. Потому что потом мы едем в другую часть каньона. Вот. Там, может быть, вам видны снежные верхушки каньонов. Я так понимаю, вот тот один из автобусов, это и будет нас, наш шаттл. Вот. Такой своеобразный зал ожидания. Эта территория, насколько я понимаю, принадлежит индейцам. Такие забавные. Вот там у них лавка торговая, сувениры всякие и тому подобное. Вот, и тут именно индейцы заправляют порядками. Ну, сейчас надо ждать это минут 10, и потом на шаттле поедем уже к самим каньонам, к обрывам, смотреть самое интересное. Теплую одежду, потому что, ну, реально холодно тут, как зимой. Хорошо, что я в термобелье. Эта одежда мне напомнила Непал. Можно взять вот такую куртку зимнюю за $60.
почему-то не написано материал. Можно купить вот такое пончо индийское, $26. Интересно, это с налогами или без? Ну, также есть шапки, солнцезащитные очки тут очень нужны. Вот эта вещь, которой мне не хватает сейчас. Ну, и также другая одежда, там штаны. Даже какие-то овечьи фуфайки есть. Водитель говорил, что тут реально встретить койотов, буйволов, ну, редко, очень редко можно здесь увидеть. За что здесь, ну, змеи в принципе есть, но их сейчас бояться не стоит. Это вот такой оранжевый отрывной талончик. И сейчас можно уже проходить на шаттлы. Возможно, вот этот автобус — это наш шаттл. Ладно, чтобы всем хватило места. Так, это не наша группа. Группа в полосатых купальниках — это не нас. Ага. Hello. Thank you. Прошли контроль. Так. Приятно, что все расходы, которые заплатил с самого начала, они уже покрывают все эти билеты, ланчи и так далее. Психологически это очень хорошо. Ах, вы посмотрите, какие там уже виды, а! Красные горы с белым снегом. Офигенско смотрится. Просто смотрится офигенно. Привез на первую остановку. Вот это, понимаешь, система такая. Где хочешь, там и выходи. Сколько хочешь времени на той точке и проводи. То есть нас тут, ну, никто не организовывает, мы сами организуемся. Это индийское ранчо. Вот такие декорации. Это написано там, кажется, почта, да? Почтовое отделение. Там каньоны виднеются. Это непонятно что. Ну и вон джейл, это тюрьма. Типа музей под открытым небом. Телеграф. И какие-то еще здания. Вот, так что потусуемся здесь несколько минут. И я тут познакомился с человеком, который рядом со мной сидел. Вот он с детьми сзади, если вам видно. Тоже путешествовал по каньону первый раз, он сам из Вашингтона. Так что я стараюсь придерживаться их, потому что то, что говорят водители, я ничего не понимаю. Вот. И можно уехать с следующим шаттлом, который будет подъезжать к этой точке. Это типа тюрьма. Похоже больше, наверное, на камеру предварительного заключения. Ну хотя кто знает, кто его знает, как оно было раньше. Даже стол для шахмат есть. Капец. Написано. Аризонский территориальный банк. Прикольно, как в фильмах вестернах. Круто. Вот. А так мы находимся в штате Аризона. Тут время на 1 час раньше, да, если на восток. Аризона восточнее находится. То есть тут на один час раньше. Уже время. Прикольно. Проехали всего лишь там 5 часов. И уже разница во времени, надо часы переводить. Давайте посмотрим уже на каньоны. Здание-то не так интересно. Сейчас подойду ближе. Какие просторы, ёлки-палки, ребята. Посмотрите на это. Ребята, смотрите на эту красотищу! Вот он, Великий каньон. Вот это разломище. А вон там, я так понимаю, слева это и есть подкова, Skywall со стеклянным полом. Да, громадина. Огромный вообще каньонище.
и форма необычная, такие как, ну, не то чтобы ступеньки, но резкие перепады, у нас такого и близко нету, нигде. Обалдеть просто. Если еще тут удастся закат встретить в этом Великом каньоне сегодня. А вон река Колорадо, чуть-чуть тень на нее легла, выглядывает из-под скалы. Да, круто. Просто круто. Очень красивая панорама. Удивительно то, что на обрыве нет никаких ограждений. Нетипично для США. Под ногами какие-то кустарники. Вот это вот интересно как называется. Троеголочки. Может, есть какая-то местная ель? Нет, нет, нет. Ель это не ель. Это далеко не ель. О, вот, пожалуйста, разлом. Там прям целый туннель. Туда зайти стоимость, по-моему, $35, не знаю. Я заходить не буду, потому что уже столько денег потрачено на все эти развлечения, мне достаточно и просто до этого вида посмотреть с обрыва и все. Ну, там кафешки какие-то, там столики, но там, кстати, на остановке юрта, я потом ближе подойду. А вот оттуда и запах еды идет. Не из юрты, а из кафешки. Блин, тут реально опасно. И никто не останавливает. Получается, никто за это ответственность не несет. Удивительно. Просто удивительно. Ну, ладно. Это уже безопасность в руках каждого. Да, вон эта река. Это и есть Колорадо. Грязнючая. Так, сейчас. Моя рука с камерой может увидеть больше, чем я сам. Со своего места. Потом сам посмотрю на записи, что там получилось. Очень классно. Красивое место. Это только первое, только начало. Дальше будут еще подобные точки. Так, ладно, пойду после интереса. Пойду ради интереса посмотрю, сколько стоит эта штуковина. $20 стоит плюс налоги. Сейчас у них в каждое время сезона цена разная. И нельзя снимать и фотографировать. Чуть локтем мужику не дал по лбу. Это традиционная торговля сувенирами устраивается. То есть удовольствие $20, но при этом снимать нельзя. При этом снимать нельзя. Можно разве что посмотреть отсюда. И порадоваться за этих людей. Видно, что у него вот эта вот штука розового цвета. Потому что в документальном фильме она была не розовая, ну, я не помню какого, но точно другого цвета. Вот они, американские просторы. Просторы Северной Америки. Интересно, на какой высоте мы находимся. Потому что, ну, мы поднимались прилично. Может быть, здесь высота километра полтора над уровнем моря. Так, вот смотрите, вот юрта индейская. Это из дерева, да, с каких-то деревяшек сделано. Солнце бьет в глаза, не могу рассмотреть. Вот, а там вторая. Она сделана уже из каких-то хвойных веток.
Сейчас подойду ближе, посмотрю, загляну, что там внутри. Ага, да. Почему это, по-моему, это наша туя. Наша европейская туя. Что там внутри? Ну что тут еще внутри может быть? Пустота, конечно. О. Хорошо пахнет. Еще напоследок панорама этого места. Ну все, я сейчас жду, пока приедет очередной шаттл забрать меня в том числе, и поедем на следующую точку обзора. На следующей точке обозрения. Тут немножко меньше видно именно каньон в самом низу. Но здесь более протяженная дорожка, вдоль которой можно пройтись и посмотреть вниз. Набросано полно камней, там вот есть таблички, что за эти камни не заходить. Вот. С одной стороны, странно, конечно, что в Америке, там, где все по правилам, то нету каких-то ограждений искусственных. С другой стороны, мы же постоянно жалуемся, что дикую природу делают цивилизованные, да? Ставят всякие сетки, заборы. Ну вот вам, пожалуйста, дикая природа. Дичей некуда. Смотрите вот там вдаль. Вот эти холмы мне больше всего нравятся. Холмы, склоны. Бурые, темно-оранжевые. Или темно-красные скорее. Покрытые немного снегом. Тут вот уже вороны кружат. В прошлый раз, на прошлой точке их не было. Тут уже их довольно прилично. Они здесь в поиске бесплатной еды, которую дают туристы. Вот вплотную стена каньона. Вот такой ширины дорожка, вдоль которой можно идти. Но большинство предпочитают забраться туда. Но я сейчас туда тоже заберусь. Ох, отсюда реально круче. Тут вид на обе стороны. Класс. А вон вдалеке тоже видно петля реки. Она как змея тут протекает вдоль этих каньонов, высеченных природой. Блин, это же все когда-то было затоплено водой. Водой, потом землетрясение, наверное, разломы сделали. И вот эта вода постепенно обтачивала поверхность, и получилось вот такой рельеф получился. Да, вон вдали еще лучше виднеются эти склоны красные. Просто мой любимый цвет красный, поэтому я не могу равнодушно к нему относиться. Сделаю еще одно видео селфи на память. Кто-то экскурсию на вертолете проводит по каньону. Стоит 400 баксов. Я уже вернулся. Всего лишь три точки было на этом маршруте. И когда вышел, смотрю, что-то место похожее. Потом думаю, ёлки-палки, мы же отсюда начинали. Вот. Немножко стремновато, потому что никого из наших нету. Думаешь, может, уже автобус уехал. Хотя водитель сказал, что собираемся 2:30. Вот. Наших от не наших отличаю вот по таким вот желтым бумажечкам, которые есть только у нашей группы. Вот это место, я думаю, вы должны уже его узнать. Потому что я его снимал, когда мы приехали только сюда, из Лас-Вегаса. Вот, сейчас на часах где-то 20 минут второго. То есть у меня еще есть целый час, чтобы подождать остальных, подождать водителя. И дальше мы едем, я так понимаю, на другую часть каньона. То есть это была, по-моему, западная или южная часть. Короче, смотрим две части, западную и южную. Сейчас мы проехали одну, осталась вторая. Ну, довольно быстро, конечно. Конечно, если ехать машиной, это намного лучше. Потому что это, скорее всего, должно быть и дешевле, и быстрее. Там, в 6 часов выехал, сюда мы доехали часа, мне кажется, максимум за 3. Хотя так время быстро пролетело, я еще разговорился с человеком, с которым сидел рядом. Вот, он уже был в кадре с двумя детьми, он приехал из Вашингтона сюда на праздники отдохнуть.
И он говорит, что в средней части Америки ни разу не был, он тоже в каньонах первый раз. Он живет в Вашингтоне, там работает, говорит, изъездил все восточное побережье, был в Калифорнии, а тут впервые. Он работает, насколько я понял, государственным служащим, занимается тем, что готовит документы для компаний по финансовой и налоговой отчетности. Я, конечно, использовал шанс поговорить с ним о налогах. Вот, спросил, какие вообще налоги в принципе платят американцы и в каком количестве. Он говорит, что всего есть 5 налогов. Это первый, это налог с дохода. Второй, это федеральный налог с дохода. Третий, это налог, ну, если компания корпорация, то корпоративный. Если компания розничная, то это налог с продаж она платит. Также платится налог с недвижимости, который владеет человек, и налог с какого-то имущества. Только я так и не понял, какого именно имущества облагается налогом. Я даже не захотел переспрашивать, но в разговоре не совсем понял, о чем идет речь. Ну и все. Вот это все налоги. А налог с дохода, вот в его штате, или в городе, я не знаю, в Вашингтоне учитывается это как весь штат, или учитывается только отдельный город, он говорит, на уровне 20-30%. Вот такой налог. Я говорю, как вы считаете, это много или мало? Он говорит, ну, в принципе, налоги никогда не хочется платить. А вот, но мы видим, куда идут налоги, то есть мы понимаем, что государство их использует на то, чтобы улучшить инфраструктуру, качество нашей жизни и предоставить те услуги, которые должно предоставить государство. И он говорит, ну, единственное, что налоги должны быть не выше того уровня, который достаточен для того, чтобы это все предоставить. Я спрашиваю, а как вы думаете, в чем секрет того, что Америка стала такой богатой страной, самой богатой в мире? Он говорит, ну, я думаю, что секрет в том, что в кредитной системе. То, что и с самого начала, с начала 20 века, была развита кредитная система, любой человек мог кредит получить на любые свои нужды, покупки. Соответственно, чтобы ему кредит отдать, нужно было работать очень тяжело. Банки зарабатывали, человек работал на компанию, ну и заодно зарабатывал зарплату, а компании получали большое количество наемной рабочей силы. Вот. И он говорит, вот такая система, она помогла очень быстро и очень стремительно экономику США вверх взвинтить. Это произошло вот в начале 20 века. Я говорю, а вот раньше, до этого что же, были какие-то экономические процессы, которые позволили этот фундамент подготовить. Я говорю, как вы считаете, люди платили налоги в Америке в 19 веке, там, во время золотой лихорадки? Он смеется, говорит, да какие налоги? Какие во время Дикого Запада могли быть налоги? Нет, конечно. Говорит, это, конечно, только мое мнение, потому что я не так глубоко вопрос этот экономически не изучал. Я углублялся только вот 100 лет назад, в начало 20 века. Конец 19-го, начало 20 века. А, вот. И он говорит, а в 19-м, там, в 18-м, 200 лет назад, он говорит, вряд ли были какие-то налоги, просто люди приезжали там, устраивали свою жизнь, зарабатывали так, как они считали нужным зарабатывать. Вот. Спросил, какая зарплата в Вашингтоне. Он говорит, ну, в среднем 3000 долларов. Поспрашивал меня по Украине, там вопросы некоторые. Вот. Тоже там по экономике. Ну, вот об этом мы и говорили, пока ехали вот сюда, в каньон. Вот такие дела. Автобус. Пока что первый, никого нету. Что неудивительно. Я слишком долго не задерживался на точках обзора. Там особо и нечего было делать одному долго. Вот. Автобус стоял на парковке, которая прямо перед входом в зону резервации, вон там вот. И у нас такая картинка крутая на кузове, что пропустить автобус невозможно. Вот. Я спросил водителя, он сказал, что все, экскурсия закончилась. Сейчас уже едем обратно в Лас-Вегас. То есть, получается, вчера, когда я покупал, этот брокер мне говорил, что есть две экскурсии. Одна, типа, там, западная, другая южная. И цена была разная. Потому что если там едешь какую-то одну, там $130, а это 165. Короче, я не понимаю, в чем прикол. Может, он меня обманул. Ну, есть как есть. Вот. К счастью, я уже наконец-то этой зимой получу водительские права, так что надеюсь, когда вернусь второй раз в Соединенные Штаты, уже буду с машиной путешествовать так, как хочу и куда хочу. Да, еще хотел сказать, когда мы
регистрировались там в Лас-Вегасе, садились на автобус, там раздавали бесплатно вон воду, еще вот можно взять тоже себе. Вот. Ну, я больше брать не буду, все равно у меня в самолет скоро садится, а вода у меня уже есть. И там можно было взять печенье, шоколадки, булочки американские, кроме того, что давали еще ланч. Ну, я там взял то, что мне понравилось, то, что я думал, более-менее натуральное. Вот сейчас, пока сидел там в холле, ждал, решил попробовать. Пооткусывал всего по чуть-чуть, там получается одна булочка с яблоком, вторая типа круассан, печенье Орео и знаменитое молочное Орео. И печенье в шоколаде арахисовое. Это тоже какая-то очень популярная штуковина в США. Вот, значит, на булочке написано «реальное яблоко». Это, наверное, тут имеет большое значение. Вот, я попробовал, но еда несовместимая с жизнью, скажем так. Еда несовместимая с жизнью. Во-первых, состав. То есть обычная булочка с яблоком, состав на 20 строчек. Расшифровка, что такое пшеничная мука в составе, занимала строчек 5. Там такие элементы химические, что мне нужно повторно проходить курс химии, чтобы понять, о каких ингредиентах идет речь. Ну, про круассан вообще нечего говорить. То есть тот, кто делал, он понятия не имеет, что такое круассан. Ну, Орео, как и печенье типа сэндвича, вот, которое было популярно у нас в 90-х годах, оно только-только появилось, с какой-то кремовой начинкой в середине. Ну вот, точно такой же по вкусу. Арахисовое шоколадное печенье Сникерс, один в один. Вот вкус Сникерса 100%, только без цельных орешков. Вот. Я просто по кусочку откусил, и сейчас во рту такое вообще чувство переизбытка сахара, то есть все слиплось в ротовой полости. Просто ужас. Вот. Ну, это реально еда, которую, если хочешь жить здоровым, ее лучше не употреблять. Вот в Лас-Вегасе, кстати, очень дорогое, хорошее место, можно зарабатывать много денег и жить здесь, потому что есть много людей с деньгами, клиентов, потребителей, но тут проблема с едой. Потому что вот в супермаркетах, когда я приходил, продаются фрукты, но они порезанные в каких-то упаковочках по 200 грамм и стоят по 4 доллара. Все остальное это что-то полуфабрикатное в упаковке, такой герметичный. То есть там те же чипсы какие-то, шоколадки. Ну, про крупы, я думаю, тут не стоит говорить. Я еще посмотрю, что там в Нью-Йорке будет продаваться в супермаркетах. Тут ничего такого нет и близко. Я, в принципе, еды даже в супермаркете как таковой не увидел. То есть какие-то снеки, батончики для перекуса разве что. И все. То есть если тут жить, то нужно обязательно заказывать нормальную еду через интернет, скорее всего, где-то в Калифорнии. Там много органических ферм, овощи, фрукты, оттуда можно заказывать себе. Но только так. Иначе тут можно себе столько болячек назарабатывать, что никаких денег уже не захочется. Вот поделился о том, что для меня важно. Садится солнце. Мы сейчас едем на плотину Гувера. Это одно из величайших сооружений в Соединенных Штатах. И потом уже возвращаемся в Лас-Вегас. Сделал одну импульсивную покупку. Вот. Это баночка меда. Не знаю, сколько тут. Может быть, грамм 400. Стоит 13 долларов. Аризонский настоящий этнический мед. Американцы почему-то пишут, когда мед натуральный, они пишут, что он сырой, то есть сырой, сыроедный. Хотя на самом деле, ну, по нашим меркам это обычный мед. Они пишут, что тут написано, что он роу, то есть сырой полностью, не обработан температурой, что туда не добавлена вода. Оказывается, мед и воду добавляют.
и еще там без чего-то. То есть то, что у нас это обычный мед, они пишут, что он без того, без того, без того, в общем, что он натуральный мед. Заправка такая, в принципе. На первый взгляд ничего особенного, может быть, как у нас. Тут супер автоматическая система. Я вот когда покупал этот мед, расплачивался карточкой. Там такой этот терминальщик. Я говорю, можно карточкой заплатить? Она говорит, да, конечно, можно. Говорит, вот, проводи. А там, я говорю, ну такой терминал, я говорю, а куда проводить-то? Что делать? Она взяла мою карту, там оказывается в самом терминале это считывающая, как это называется, щель. В общем, она провела через эту щель карту. И не надо вводить пин-код. Вот я не могу понять, что за американская система. Они, когда проводят карты у себя на кассах, код, пин-код не требуется. Как это вообще возможно? То есть, если это устройство запоминает мои данные карточки, они могут ее воспользоваться в любой момент. Непонятно, как эта система работает и почему это безопасно. Но вот такая особенность. Вот смотрите, вот это сооружение перед нами. Чуть-чуть поздно приехали, потому что поздно собирались после каньона. Ну, я надеюсь, на видео будет разборчиво видно. Вот это одно из великих строительных промышленных сооружений в США. Стратегический объект. Плотина на реке Колорадо. Названная в честь, ну, человека, который организовал это все строительство. Это происходило в первой половине 20 века. Вот. И эта плотина, ну, она служит одновременно электростанцией, питает и штаты Аризона, там, где Великий каньон, штат Невада, там, где Лас-Вегас. Там водитель говорил, в каком проценте, но это не важно. И сейчас водитель сказал уже, что пытались это разрушить строение во время Второй мировой. Ну и там другие были попытки. Вот сейчас мы подъезжали к этой плотине, и там перед входом мы должны были остановиться. Там заходит полицейский, ну и там представитель спецслужб. И он типа там проверяет вещи. Ну, американцы, как всегда, на расслабоне. Улыбается там. Не знаю, что он там проверял. Пощупал пару сумок, посмотрел. Что-то там пошутил. Поздоровался на китайском, вьетнамском, еще каком-то языке. И все, и вышел. Вот. Тут видите, огромнейшая пробка. Тянется вон аж оттуда справа от холма. И я только так и не понял, это из-за того, что просто большой поток машин, слишком большой, или из-за того, что тут необходимо ограничить скорость до 10-15 миль в час. Водитель рассказывал, я пропустил мимо ушей. Но факт в том, что вот эти автомобили все будут стоять в пробке очень долго. Так, ну там можно было еще остановиться на самой плотине выйти, но это уже сейчас мы сделать физически не сможем. Так что вот так.
Сейчас я тут сделаю тоже пару селфи. И через примерно час мы будем в Лас-Вегасе. Кстати, вот это место, это как раз граница между штатом Невада и штатом Аризона. Только свободная страна может построить вот такой город. Судя по всему, Украина не собирается становиться свободной страной. Потому что таких целей перед собой в Украине никто не ставит. А ведь стоит всего лишь захотеть, дать деньгам свободно передвигаться, поставить задачу построить лучшее казино-город хотя бы в Евразии. И у нас может быть вот такая точно сказка. Даже лучше, потому что у нас будут уже сразу же новые технологии. Лас-Вегас постоянно он перестраивается. У нас тоже будут магазины Gucci, Dolce & Gabbana. И будет еще круче отели. Будет еще больше неона. Стоит только захотеть. Лас-Вегас очень крутой город. Прям каждый отель — это город в городе. И он привлекает огромное количество людей. Богатых людей, у которых есть деньги, и которые приезжают сюда со всего мира их тратить. И можно сделать так, чтобы эти люди приезжали, например, в Украину, почему бы и нет. И по большому счету людям с деньгами, им все равно куда приезжать. Им нужны развлечения и впечатления. И самый большой и самый лучший комфорт, который только может предоставить современный мир. Все. И эти люди будут приезжать в страну, оставлять здесь свои деньги. Куча народу будет зарабатывать на том, что они смогут построить свои бизнесы, гостиницы, рестораны, обеспечить кучу людей рабочими местами. И экономика будет вращаться. Экономика будет работать точно так же, как работает экономика Америки, как часы. И у нас может быть тоже свой Голливуд, своя сеть отелей «Планета Голливуд» ресторанов. У нас тоже могут ездить на таких же спортивных машинах в большом количестве. Стоит только захотеть. Пальмы будут светиться, как елочные. Как елки. Лас-Вегас — это сказка, которая каждую ночь с тобой. И не нужно ехать в Париж, чтобы видеть Эйфелеву башню. Не нужно ехать в Венецию, чтобы прокатиться на гондоле. Вы можете прямо здесь, в Лас-Вегасе, подняться на башню, зайти в шикарный ресторан и, ужиная, посмотреть, как играют и поют фонтаны Белладжио. Кто откажется от такого удовольствия? Очень круто. Мне нравится атмосфера в Лас-Вегасе. Атмосфера, которая наполнена праздником и деньгами. Вон, смотрите, бокал шампанского. Стоимость этого экрана, возможно, равняется бюджету какого-то одного украинского города небольшого. А в Лас-Вегасе это всего лишь большой неоновый экран. Или жидкокристаллический. Что не суть важно. Вот так. Так что, как ни крути, а деньги главное. Америка любит деньги. Америка любит развлекаться. Поэтому она строит вот такие города. И зарабатывает на туристах. В том числе из Украины. Которые везут свои деньги сюда, а они оставляют их в своей стране. И не тратят их в своей стране. А все может быть совсем наоборот. Стоит только захотеть.
друзья. Стремитесь к ним, возможно, вы получите реальное. Ого, смотрите. Ёлки-палки, это холл отеля. Некоторые сумки и чемоданы могут быть открыты физически и проинспектированы. Ваш багаж был среди них.